Важнейший правовой документ, я говорю об договоре, на основе которого выстраивается весь процесс евразийской интеграции. В нем в качестве ключевой поставленной задачи создания в рамках Евразэс единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы выдвинуты именно вот эти основные позиции, а также закреплены такие основополагающие принципы интеграционного взаимодействия, как равноправие, взаимная выгода, уважение и учет интересов друг друга. За прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня – это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей, что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6% до 2,5 триллионов долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза, с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Характерно, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в текущем году. Россия высоко ценит взаимовыгодные многоплановые связи с партнерами по Евразэс, и мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения. Убежден, что все присутствующие коллеги разделяют такой настрой. Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета, уважаемые участники заседания, приветствую всех на первом текущем году заседания Высшего экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятий. Я предлагаю, уважаемые коллеги, сразу приступить к обсуждению вопросов повестки.